Ты одушевлен. Так, я одушевлен, окей. Да. Я мужского рода? Да. Я... Я так далеко не заходила. Окей, я... Что-то фантастическое? Да. Строк, ты куда оторвался, вы слышишь его? У тебя-то все нормально с микрофоном, долбоёб. Все, три вопроса? Да. Совершенно верно. Слово. А, ребята, я существую на реальном, на нашей планете, блядь. Ну да. Ну, что значит существую реально? Ну вот в плане, ты меня можешь встретить на Земле? Вот ты идешь такой, хоп, нет, и он. Нет. Не можешь, да? Нет. В смысле? Нет. В натуре? Конечно, нет. Сразу видно, блядь. Диана, эта игра, походу, не для нас. Я не знаю. Вам, по-моему, нас есть чуть другую игру вдвоем поиграть, блядь, так сказать. Типа догадаться языком, закрытыми глазами, что за часть тела. Помните вот эта игра? Как она там забыл называлась? Я предмет. Каменные лица сыграть на стриме будет. Я предмет. Стой! Я же спросил, вы меня не можете встретить? Или как я спросил? Да. Стоп. Вы меня можете встретить на... А, все, понял, да. Так, я персонаж? Да. Угу. Так. Пошли записи, сразу смотри, опытные там. А ты что думал, дядь? Я уже, бля, в этой игре настолько преисполнился, бля, неплохо. Я из фильма. Нажимаешь Enter. Братик, спасибо тебе, Сеня, спасибо тебе, субскрипцию, родненький. Персонаж фильма, хорошо. Я добрый персонаж? Нет, Слави. Ты да. Да. Давай, Ликс. А, я. Так, я... Персонаж? Нет. Нет. Так, еще вернусь. Бля, Ликс, я так же, как ты, сейчас пойду. И пошел, значит, поковылял. А куда? А, он попу тоже отъебан. Там придет. А то дальше. Следующая Диана. Диана. Я? Я человек? Нет. Твою мать. Нет. Так, я... Я человек? Да. Да, ты человек, блин. Я... Ты человек. Актер? А нет. Нет. А я... Персонаж? Да. А я... Совершеннолетний? Да. Я персонаж фильма? Да. Все. Вопросов нет, дядь. Вопросов нет. Я придержу коня до следующего хода. Сейчас кто? Квикантик, да? Ну, строго. Давайте я. А, строго. Почему я? Это. Я. Я человек? Нет. Пустило вообще. Следующий. Квикантика нет, я теперь, да? Я предмет. Ты... Да. Предмет. А, меня можно встретить в реальном мире? Да. Да. О, Квикантик, кто-то пришел, ебать. А, меня создали люди? Ой, блин. Да. Сука. Все, следующее. Офигеть. Я... Персонаж? Да. Ты увидел, Диман, как я хожу? Ну да. Я персонаж из мультика? Слушай, я уверен, что да, тоже.
Ну, смотри, когда ты такой спрашиваешь, скорее тут стоит сделать акцент на том, что такое это могло встречаться в мультиках, в кино и так далее. Да? Да, да, то есть, да, смотри, да. Мы можем ответить да, и это не значит, что его не было там в фильмах, там, например. Спасибо, что это разжевали. Да, это не обязательно говорить, ребят. Мы как бы здесь все вроде против друг друга. Очень часто могут запутать. То есть это не значит, что тебе стоит отталкиваться. Да успокойся, все, блядь, дядь, если она вид тупая, это не значит, что она реально то тупая. Есть... Хотя хуй знает. Достал, блин. Давай, давай. Так, я, господи. Давай, о, как... давай, рожай, рожай. Как дальше-то? Блин, поиграть. То есть я персона. Я есть в комиксах? Комикс есть по мне? Да. Да. А, стоп. Стоп, стоп, стоп. Ну, я думаю, что есть. Ну, да, скорее всего. Нет, ну она спросила есть. Прям по тебе. А, по тебе нет. А, нет, ну я персонаж. Не, не, стоп, 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 стоп. Не пизди, давай, подожди. Смотри, нет, 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 нету. Давай так. Давай, нет, стоп, стоп, не пизди, не пизди. Нет, нет, я точно скажу, нету, нету, нету. А вот теперь замутьтесь, нах. А вот теперь замутьтесь, бля. А вот нет, замутьтесь, Диан, замутьтесь, замутьтесь. Я понял, нет, это не то, что ты ищешь, это другое. Диан, замутьте. А, замутился. Смотри, что ты нашел? Феникс — это персонаж из Людей Икс. Ну, не, мы же имеем в виду, типа, именно животные вот это, которые... А-а-а, да? Ну, тогда пошли вы нахуй, ребят. Давай, возвращайся. Алло? Да-да-да. Тебя нету. Нету, нету в комнате. Блядь, что же вы так уверенно сказали «да» сначала? Ну, вот так вот, блядь, а ты подумай. А сколько уже три вопроса было? Ну, у тебя в любом случае нет, это не имеет значения. А, нет, да? Нет, а, меня нет, точно. Следующий. А Хантик не задавал, по-моему. Да, Хантик у тебя. Так тебе вот такое уважение, бля, к Хантику. Нахуй. Я персонаж супергеройского фильма? Да? Да, да. Так. Уёбок. Пошел, пошел. Мне кажется, мы его запутаем. Да нихуя, ты чё, ты уёбище, это, блядь, Кинопоиск ходячий, бля, рот. Ну, он вообще что знает, по-моему. Он топ-250 рейтинга знает. Натуре, блядь. Персонаж супергеройского фильма. Вы задумались. Смотри, анализ начал. Анализ Калу лучше проведи, бля, то как я шрыхло, блядь. Хуёво. Хуёво. Как персонаж супергеройского фильма, ладно. Но я так полагаю, хорошо. У моего персонажа есть команда? Да. Да. О, тогда нихуя не полагаю. Так. Не, стой, стой, у него... Вопросы было. По-моему, два еще было, один, если не ошибаюсь. Да, да, сейчас еще один. Диван, что за кресло, брат? А? У меня Ярвар уже такой же, как ты заказывал. А, это он уже? Нет, это, да нет, это старое. Блин, я персонаж супергеройского фильма. У меня есть команда. Хорошо, я... Я персонаж Марвел? Да. Я персонаж фильма. А ты... А где ты? Как тебе? Ты кто вообще? А, да. Окей. Так, я что-то фантастическое. То есть у меня есть способности? Да. Я имею оружие? Ну, пенис можно за оружие считать? Если да, то я тоже имею оружие. По-моему, да, да. По-моему, да. Ну, можешь так сказать. Да, 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 да. Есть, 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 есть. 100%. Хорошо. Так. Ну, я... Бля, вопрос, конечно, а я человека подобный, то есть руки, ноги, голова? Да. Так, теперь что дальше, какой вопрос у меня идет? Я мужского пола? Да. Да. Я снимался в популярном кино? Да. Все. Так, строго. Я съедобный? Человека. Да. Я не отношусь к фруктам? Да, не отношусь. Да.
И я... я отношусь к... Как бы сказать? Ну, так как есть, скажи, не стесняйся, мы любой ответ тебе примем. Не-не, нужно, чтобы прям до хрена отсеять. Давай, отсей. Нихуя ты сидится, бля, я твой рот ебал. Ча. Давай, строго. Удиви нас, брат. Я не ягода. Нихуя ты отсел! Я не молекула! Отсел так отсел. А чё? Да, отсел так отсел. А что вы за рофлили? Я не ягода, блядь. Как ты, чем ты вообще руководствовался? У тебя до этого какие вопросы были? Ебать, гузлянный, че выпал, блядь. Так его рот вообще ржет здоровый, блядь. А че такого плохого задал? Да плохого-то ничего, ну просто странный вопрос. Ты говоришь, сейчас я отсею, говоришь, чтобы побольше отсеять. Я не ягод, ты че, блядь, типа бруснику отсеял, ежевику, бля, вишню? Черника, малина, арбуз, там до хрена. Понятно. Отсеял, ты пиздец строго там, реально. Так я тебе сказал бы, я не продукт, блядь. Это не ягода, или вы меня ответили, вы начали... Ну просто сейчас ты еще хуярить нам, типа, я не хлеб, я не, блядь, не вода, блядь. Ты тебе еще, ты понимаешь, так по таким темпам, блядь, я долго хуярить. Короче. Ну? Я появлялся в Мстителях? Мне так и не ответили. По поводу чего нет? Нет, не ягода. Ягода, но это третий вопрос. Бля, ебаный кюхантик, уебок, блядь. Я говорю, урод, блядь. Все знают, абсолютно все. В Мстителях, хорошо. У меня есть какая-то суперспособность? Нет. Отлично. Чё отлично, уебан? Ты уже все ближе и ближе. Уже можно новое придумывать, слышишь? Еще пару ходов и все. А разве нет? Так, я хожу. Нет, по-моему, не было, да. Так. Я есть дома у людей? Нет. Я добрый персонаж или злой? О, тьфу ты, блядь, точно. Я... Слушай, я думаю, ответ будет неоднозначным, блядь. То есть... Да, тут ну, не, да. Не, да, нельзя, нельзя сказать, ага. Типа, добрый, злой. Не, ну, может, отыгрывает, типа, злого. Не-нет, знаешь, вот, а-ля, знаешь, вот если, допустим, ты была акулой, да? Просто существует, короче. Да, то она может быть и плохой, и хорошей, наверное, я не знаю. Ну, короче, вообще считается, что... давай так, враждебная... Сейчас Диман новый сон. Я просто рассказал и очень бы сильную подсказку дал. Давай. Да, ладно. Тогда как же задать вопрос? Саня, спасибо тебе большое. Мне можно съесть? Ты не ягода. Не волнуйся. Я несъедобная. Я ягода! Да иди в сраку. Ебать, отсел так от... Ты несъедобная, да? Ты несъедобная. Я... А, да, я несъедобная? Ты спросил, меня можно съесть? Нет. Ну да, вот. Все. Еще Диман что-то мудришь, блядь. Да, что-то Дима у меня аж. Родники, спасибо. Вроде обрадовал, потом нет. Да, спасибо. Так, я положительный персонаж? Да. Да. Я из Марвел? Нет. Нет. Я добрый персонаж? Да. У меня есть какие-то способности супер там? Нет. Нет. Че, я, да? Да, строг. Ну ладно, блядь. Суки, блядь. Крысы, блядь. Вот это... вот это съедобное вещество, так скажем. Оно есть у вас? Нет. Ага. Вопрос такой, есть у вас... Ну нет, ну вы его как бы потребляете в пищу? Ну, я... Бывает, ну да. Ну да. А. О, ты ешь водоросли? Да. Бля, балдежно, мне нравится. Нормально. Короче, это уже два вопроса было, так что скипаем. Так, мой персонаж женского рода? Нет. Нет. Бля, хуёво. Меня можно найти на улице? Да. Ягода! Меня можно купить? Меня можно купить в магазине? Нет. Все-таки я точно ягода, блядь! В лукошке у бабушки на рынке, но. Сейчас я пойду персики возьму.
Как я чё, нихуя, ты как так резко, ты хотя бы доиграй, ты, блядь! А, мы же ему нет сказали, да? Да-да-да. А, всё, ну, так, ладно. Диан, ты? Я женщина. Ой, я мужчина? Нет. Сука. Это на первое или на второе? Ну, бля, ну а как, пацаны, подержите там и запрос. Ну, я просто... Я писал... Этимология мужской род, мне кажется. Да, наверное. Ну, типа, я появилась, да, ты не мужчина. Какой у меня изначально был. Да я вот я не следил, я хуй знаю. Но мне кажется, тут тоже неоднозначно. Да, мне кажется, может быть разным. Что вы мне загадали вообще? Погодите. Мне что-то кажется, что может быть и так, и так. Я вообще другое представляю. То есть я что, есть я в женском и в мужском, да. Или я... Ну да, 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 можешь быть разных полов. Да. Тогда в итоге... Не, мужики, не пишите, не пишите, не пишите в чат, что это за слово. Я еще точно, точно. Донат отрубил нахуй, чтобы никто не подсказывал. Оп, чиры залетели. Спасибо за члены, блядь, за жирные, блядь, пенисы, блядь. Короче, пола нет, да? Окей. Ну, мы не можем тебе точно ответить просто. Не, ну, я понимаю, просто в итоге вопрос мой, типа, вы ответили да или нет? Типа, давай так, давай мы тебе дадим подсказку. Если бы ты знаешь, что, грубо говоря, это то же самое, что ты была бы там, я не знаю, божьей коровкой. Вот божья коровка, это кто? Это подсказка. Так, не, но она все равно отыгрывает роль девочки или мальчика, именно в каких-то фильмах, либо мультиках. Неизвестно, ну, по-разному. Это сложно. Чё, ты доебал жестко, давай другой вопрос. Чё, хуйню как-то. Ну ладно. Давай. Я... Большого роста. Большой. Большого? Я думаю, да. Роста именно? Ну, по сравнению с человеком, я большая? Я скажу. Бля, да хуй тебя познает, блядь. Как повезет, блядь. Смотри, как хавать будешь, блядь. Ну ладно, там, где я видел, ну, небольшого роста. Сейчас скажу. Охереть. Ну да, небольшая, скорее. Ну такая, да, небольшая. Короче, как человек я. Ну, а, да, небольшая. Дима, ты что такой взбудораженный, дрочился? Ответ нашел правильный. Меньше. О, достойно, бля, слышишь. Нормально. Короче, я большая, вы сказали... Нет. 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 Да. Не-не-не. Так, я высокого роста. Ты... Мне кажется, да. Да. Ну, ты же должна понимать, что смотри, относительно чего, то есть, как бы, это относительный вопрос, блин, на него может дать неоднозначный ответ. Ты, блин, конкретику внеси как-то. Конкретику. Допустим, я выше Хантика. Ой, блин, Хантик, да. Это пиздец, блин, в карман лазит, блин. Мальчик с пальчиком, блин. Ну, выше, да. Я обитаю на земле. Ну да. Бля, ну да. Ну блядь, вопрос вот настолько он... Какой вопрос, смотрите, какой вопрос, такой ответ, вы можете потом запутаться, поэтому правильный вопрос старайтесь. Да, бля, красиво сказал. Так получается, да или нет? Ну, на земле обитаю. Что ты подразумеваешь на земле? Алло. Ну, я родилась на земле. А, да-да. А, да, да, да. Да, ну, Диман, давай, да, ну, да, потом, да. Если что, мы все равно сможем поставить на правильную дорожку. Да, да. Ладно. А так, сейчас скажу. У меня есть какая-нибудь команда? Да. Блин, я еще не с Марвел. Так, у тебя еще вопрос, да? Нет, я 3 задала. А, Слава. Я подумаю еще. Слава в данный момент на связи находится. Окей, давайте я задам. Давай, давай. Я продаюсь в обычном... Мне наконец-то новый стол принесли, братанчик. Микрофон размуть! Как размуть? Давай, давай. Работает все. Ебать, замутил так. Что там Диана распаковывает, бля? Стропоны нахуй, новый мешок, бля. А, не, я... А, не, бля! Для попки, ёпта. Ой, такая, знаешь, ой, дилдак положили, такой здоровый, да стыд. Давай. Да что ты, блядь, слышь, бычный меня нахуй.
Быстрее задай вопрос. Ладно, давай, давай задам. У меня нет суперспособности. Я снимался, как бы смотри, вообще, по факту, блядь. Я в фильме старше 30 лет. Да. Я не знаю, кстати. Ну, Дима как-то уверенно ответил. Да, по-моему, да. Вопросов нет, бля. Мое дело спросить, ваше дело ответить. Но вы меня, возможно, не в ту степень отправите, понимаете? Да не, вряд ли тебе это играет роль. Строго. У тебя был отличный вопрос, пока слава. Алло. Я могу... Я продаюсь в обычных магазинах, вот как Пятерочка и так далее. Не-не-не-не-не-не-не-не. Вы, наверное, не туда что? Приехали. Да? Ну, мне кажется... Мне как... Ну, вообще, да. 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 Ну... Смотри, не факт, что будешь в столичье. Смотришь? Не факт, я понял. Что есть пятерочки. Готов? Давай. Давай. Я просто не знаю, это фрукт или нет. Наверное, ладно, не буду. Так. У меня есть... своя... А стой, вы мне что? Что у меня? Что я там? Мне сколько лет? Старше 30. Я старше 30, так я продолжаю. Ты какой-то губу рассказал-то, хуй моржовый. Ну сейчас пусть строго последний задаст. Ну, давай, да ладно, не, пусть Сава задает, пусть задает. Пусть он пока подумает. Думать. Слушай, я думаю, он не против подумать, понимаешь, блядь. Подумать иногда очень важно, знаешь, сесть, просто обмозговать ситуацию, блядь, просто и принять решение. А ты-то подумал? Я не думал, честно. Смотри, я снимался... Смотри. Кино. Это мой основной род деятельности. То бишь я актер, блядь, я правильно понимаю? Нет. Ну а как это так? Ну ты так вопрос поставил. Да, как поставил вопрос, так и получил обратку. Ну кино это мой основной род деятельности. Да. Это я просто уточнил, а где-то я это не вопрос был еще. Не, ну... Но все равно нет ответа. То есть не основной? Нет, вопрос нет ответили. А, кино не основной род деятельности? Нет, на второй. Основной, на второй вопрос типа нет. Ты там какой-то задал, какой я актер, мы сказали, нет, не актер. Окей, окей. А, я же персонаж, как может кино, типа, суки, блядь, хитрые уёбки, блядь. Не, стой, у меня последний вопрос же. Да давай быстрее, ты уже его задал. Так, я снимался в фантастическом фильме? Фантастика, жанр. Сейчас скажу. Вот вы уебаный, блядь. Нет, да, я загуглил, нет. Да, нет. Давай, строго. Ну вот вообще, уебки, блядь, на кинопоиске. Стоит, что есть жанр. Ну, бля, ну... Ну, он и есть, но, типа, грубо говоря, нет. Не основной, да. Ну, я понял, если ты персонаж, там, и, грубо говоря, какой-то, то, может быть... Ну, я понял, короче, пошли нахуй. Погнали. Я не овощ. Да, ты не овощ. А вопрос какой? Так, что, я? Так, что, ты мне да ответил? Нет, он сказал да. Так, нет, стоп, ты до этого два раза задавал, нет? Один. Нет, один. Он спросил, я не овощ. Я продаюсь в упаковке. Ну, в этой... Не знаю, как пакет... Нет. Понял, нет. Так, хорошо. Я использую какое-то оружие. Ты, братанчик, нет, не используешь. По-моему. Ну, речь сейчас идет о обычном оружии, я так понимаю. Ну, ну ой, точнее, да, о каком-то. Ну, можешь использовать, я не знаю. Как? Ну, типа, ты же человек. Ну, можешь взять руку там и выстрелить, допустим. Ну, я имею в виду, персонаж твой может это сделать. Но я не могу сказать, что он постоянно это делает, понял? Хорошо, я понял. Ладно. Так, мужской род, у него нет способностей. Он появлялся в Мстителях. Добрый персонаж. Да. Это интересно. Ян, ты что делаешь? Так что, мы отвечаем, да или нет ему? Я не могу понять. Ну, хорошо, ладно. Мой персонаж... Именно там внизу, по-моему, надо внизу заливать. Он использует оружие? Да. Не-не-не, я сама белой. Тогда мы... Что ты держишь в руках? Да-да-да. Там, но там не открывается щелкнуть. Ничего. Так, да. У моего персонажа... А что это такое, вагинальная помпа, бля? Там вот видишь, откручивается такая штучка беленькая. Вот это вот. Бля, девчонки, хватит свои ботовухи ебливые, бля. Давайте играть нахуй.
На другой Хорошо. Штуке, которую ты держала. Слушайте, у моего персонажа есть волосы? Даже, наверное, Слав. Сейчас скажу. Я что-то... Блин. Ну, я загадывал, и пацаны не шарят. О! Да я сейчас посмотрю, я... Слушай. А, нет. Нет. Походу, я понял. Блядь, здесь все на китайском. Я говорю, это... Ну, это просто... легкий, да, вопрос. Какой же он уебан, я урод вертел, ну. Просто корж. Беркут. Так, сейчас я, да, загадываю? Да. А, короче, надо было уебку сказать, слышишь, что волосы есть, есть, блядь. Нет, короче. Они же на борода у нее есть, блядь. Меня используют люди? Да, 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 да. Какой же он уебан. Кто? Ты открыла? Да. Все. Меня используют люди. Чтобы меня использовать, достаточно одного человека? Да. Не, ну да, можно одного там какой-то. Да, да, да. Я по размерам больше, знаю, больше вот этого очечника. Да. Да. Все, следующий. Очечник, блядь. Очкушника, блядь, больше этого. Диана. Я животное? Да. Я животное семейства... Семейство. Блять. Короче, не, по-другому. Я млекопитающее. Да хуй его знает, давай по-другому. Я... Молоко пью, блядь. Блин. Окей. Сейчас. Блях. Ну. Сука! Ну, я животное. Ну. Я семейство кошачьих? Нет. Нет. Блин, ну так всех... Ну, ты не киска, блин, не волнуйся. Так, я молодой персонаж? Да. Ну, слушай, давай так, молодость — относительное понятие, знаешь, там, грубо говоря, моя бабушка считает, что моя мама молодая, блин, хотя моей маме 55. Ну, от 20 до 30 примерно. Слушай, ну я думаю, не, ну, блядь, да хуй тебя знать, задай другой вопрос. Ладно. Ну я не старый человек, я не старый человек. Ну тоже старый, знаешь, грубо говоря, дети смотрят на взрослых и говорят, блядь, что за старость. Ну мне не за 60. Не-не-не. Да, тебе не 60. Я супергерой. Да. Я так далеко не заходила. Я могу быть невидимым? Нет. Нет. Так, теперь я, да, ребят? Смотрите, я не снимался в фантастике, но где же я так и снимался, блядь, задался себе вопрос, блядь, когда начал думать. И я понял, блядь, я понял, ребята. Смотрите, моя мама знает этого персонажа? Да хуй знает. Только набери, спроси, блядь, что ты сидишь? Ну, мне кажется... Ладно, такой вопрос сложно вам дать ответ, согласен, некорректный вопрос. Нет, я все знаю. Скорее всего, знаю. Это кино снималось в 21 веке? Нет. Нет. Ох, вы ебаные, блядь. Ни одна из частей, стоп, правильно? Ну... нет. Нет. Что да, нет? Ну, то есть, нет, значит, снималась какая-то часть в 21 веке. Да. Ну, все, да. Значит, я спросил. И еще вы мне дали вопрос на ответ на... Что я еще не... Ну, то, что несколько частей. У меня есть одно предположение. Скажешь, ничего страшного. У меня есть одно предположение. Слышь, предложь, когда твой ход будет. Пошел нахуй, блядь, ты что, ебнулся? Да мне похуй, хоть раз есть. У тебя мой ход, блядь, кот только вклинился, хуй. Так ты сейчас сказал, нет уже, алло. Какой нет? Спросили, блядь, меня кино снимал в 21 веке. В 21 снимал же. Снимался, сказали, есть часть в 21. Да, но ты же потом спросил, типа... Что? Какой вопрос? Следующий вопрос, пока строго отвечает. Ох вы суки, да. Стоп, я нихуя не понял. Я спросил вас, блядь, в 21 веке кино снималось, блядь, вы говорите, да, типа, одна из частей снималась, все, значит. Ты охуел, это не так было. Вы че, пиздобулы, нахуй, решили обмануть, блядь, средь бела дня человека, блядь. Ты сказал...
Мое кино снималось в 21 веке? Мы сказали нет. Ты сказал, ни одна из частей, мы сказали нет. Какая-то снималась. Ну все, значит, снималась, блядь. Так уже два нет даже. Как два нет-то, блядь? Я же спросил вас. Ты еще следующий пропускаешь, потому что ты уже два вопроса задал. Сейчас допиздишь следующий. Алло, пиздаки свои, подзатяните нахуй. Я вас конкретно вопрос задал. В 21 веке мое кино выходило, блядь, снималось, блядь. Какой ответ последовал за этим? Снимался. Ладно, хорошо. Короче, Слава, ты это... Я спросил, снималось ли кино, братан, ты тоже, блядь. Ну, снималось. Все, блядь, вот это, с этого надо начинать было. Все, третий вопрос был. Как только первый был! Ладно, давай, сдавай. Я что, и на вас вы пропиздели, что частей несколько, блядь? Я конкретно про одну часть спрашивал, блядь. Задай уже вопрос. Я-то сразу понял, что это за кино, блядь. Давай. Мою роль исполнял известный актер? Нет. Вы что, охуели? Я бы не сказал, что известный. Ну, допустим, Киану Ривз — это известный актер для вас? Да. Ну, блядь, вы меня сейчас можете с панталыку сбить, нахуй, я хуй знаю, блядь. Ну, в средней известности. Давай, ну, блин, да. Ладно, давайте я отменяю этот вопрос, так нечестно, блядь. Потому что для меня там тот же Марк Уолберг. Марк Уолберг — это известный актер? Да. А для тебя нет? Да, известный, но я просто спросил. Так. Ну, это не такого типа. Это не Марк Уолберг, следующий. Не-не, типа ответ нет, но пусть еще один вопрос задаст, типа, ну, в таком плане. У него уже пять нет будет. Не пизди, тварь. Ну, бля, вообще я не знаю, я запутался уже в количестве. Ну, бля, это очень относительно. Я очень относительные вопросы задаю, понимаете? Ты то, что не знаешь. Короче, все, скипаем нахуй. Да, пока думай, Слав, давай, вот строго там что-то. У меня есть одно предположение. Ну-ка. Я не кокос? Да, ты не кокос. Я не кокос! Коко! Это в боевиках, когда есть эти сербские какие-то челы, которые там, знаешь, охранники такие. Все, я не знаю. А почему так странно такое ударение сделал? Кокос! Кокос, я не кокос! 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 Не знаю. Че, как ты, блядь, такой? Я не ягода, не овощ, все, я не кокос, блядь. Что это за хуйня, блядь? Как ты принимаешь эти решения, блядь? Ну, потому что вы так отвечали, то, что вы иногда его употребляете, у вас его сейчас нету, значит, вы когда-то его употребляли, ну, поэтому он продается без... То есть в этот список только кокос ходил, сейчас ты в ступоре, напомню. Кокос! Кокос! А что ты, зачем ты? Ты как петушок, знаешь, кокос! Что ты, блядь, кокос? Я не кокос. Короче, я... Смешно говорить слово «кокос». Ну так, то есть ты никто, правильно? Еще раз давай повторим, чтобы убедиться. Да, все. Я специально скажу... Я всегда так говорю на него. Как ты говоришь? Кокос. Кокос! Можно мне в магазине кокос? Кокос. Блин, и все. Так, старайся. Давай, спроси еще. У тебя еще два. Я понимаю. Но мне просто, я почему-то был на 100% уверен, что это именно он. Что я кукот? Да. После этого, бля, строго просто с толку сбили, бля. Если я не кокос, то кто я? Кто же я, бля? Ладно, я не овощ. Ты уж продолбоёб. Бля, господи, ёбаный ты кокос, блядь, ебаный, блядь. Просто, блядь, пиздец, блядь. Кокосовая кожура, блядь, ёбаный сын. Это, подожди, не считается, да, надеюсь? Да не считается, не считается. Всё, хуй. Блин, я почему-то был на 100% уверен, что это есть. Ну, это и есть что оно. Ты кокос? Кокос. Я на вкус... Кокос! Я на вкус сладкий. Я не знаю, кстати. Нет. Блять, я точно не кокос, сука, так и знал, блин. Типа он реально понял до последнего, и он говорит, что он не кокос. Да нет, я ж кокос, сука, эти твари меня обманывают, блин. Заговор, блядь. Так, ладно. У моего персонажа есть кокос на лице. Ты что, бустер, что ли? Да, у него же есть там. Я вроде не брат, я пока Марвел не снимался, блядь. Я Ник Фьюри? Да. Я тебе говорю, Слав, забей это. Просто. Блядь, ты такой, ты уёбок, блядь, голимый, блядь. Урод, блядь. Пиздец, блядь. Давай, ладно, давай нового загадаем, что-то, блядь, быстро отделался, нахуй. Давай муться быстрее. Так, чтобы быть персонажем ему загадаем. Он типа всё отгадал. Такой всё, он, блядь, только фильмы смотрел, нахуй, всех каких-то ненужных персонажей запомнил, всю память и забил себе свои 64 мегабайта, блядь.
Другой нихуя не знает, блядь. Давай что-нибудь другое мы хуй знает. Давай попробуем просто загадать бактерию, блядь. Гигантик — это в будущем Вассерман современности какой-то будет. Может быть, загадаем ему... Давай кокосом загадаю. Но он быстро отгадает. Кокос. Так. Почему ты думаешь, что он быстро отгадает? Ну, он быстро отгадает, 100%. Может быть, ему загадаем... Кокос! Ну смотри, Колобок. Героя Супермена, он вообще... Колобок уже был, блин. Давайте слово... не из фильма что-то. Все равно. Давай, слышишь, давай загадай ему атом или молекулу. Бозон Хиггса, может быть. Да-да-да, иди нахуй. Ты что тоже, блин, как будто на урок физики, блин. Не, давай просто атом. Давай молекулу. Давай молекулу, да. Давай. Пишите кто-нибудь ему, чтобы не забыли. Алло? Здорово. Я размером больше человека. Да. Я чуть, слышишь, я чуть гигантику не сказал, здорово, молекула, блядь. Я вешу больше 100 килограмм. Не знаю, но чаще всего. Слушай, брат. Ну, если близко к 100, то можно да сказать. Ну да, 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 давай так, дружок. У меня есть колеса. Дядь, ну я у тебя, блядь, не лазил по этим. Нет. Вы знаете. Блядь, Диман. Не, ну а что, Диман заподозрил, что он трактором. Колес нет, блядь. Следующий. Диана? Я думала, ты вопрос задаешь. Не, я все. Я хожу на двух ногах? Нет. Да что такое, блядь? Так, я из нового фильма? Ты да. Диана, вопросы правильно задавай. Диана, вопросы правильно задавай. Алло, Диана, вопросы правильно задавай. Братья, забрали вопросы, братья. Ура! У тебя будет время, проанализируй полностью твой вопрос. Как ты его спросила? Я связана с мифологией. Ну, вообще, мне кажется, что да. Да. Вообще, типа, ну, грубо говоря, знаешь... Ну, то есть 50-50, мне кажется, ну, сказать, да, мне кажется, что да. Слушай, мне кажется, что мы можем подтвердить твой вопрос, дать положительный ответ. То есть я управляю какой-то стихией? Ну, вообще, да, слышишь, да. Ты вообще молодцом, бля. Не зря тебя злой выбрал, бля. Быстрый, смышленая девчонка, бля. Ну, все. Все, понятно, где у тебя все, три ответа, да, бля. Теперь мой, ребят, теперь мой выход, бля. Я добрый, да, персонаж? Да. У меня есть костюм. Да. Ну, что ты имеешь в виду? Ну, костюм есть. Сука. Это не факт, что поможет. Не-не, я, ну, нормально, я направлен. У меня нет костюма, который, знаешь, вот, грубо говоря, как у Робокопа. Нет. Да, нет. Да. Видел, как грамотно я сыграл, нахуй. Да, блядь. И третий ход, блядь. Что там? Ну, у меня есть костюм, блядь. Кто же я? Сука, хуйло, а? Да-да, не попиздите. Простое слово, я бы не подсказывал. Но... Простое слово гигантика было, блин. Ну теперь он, блядь, так легко не одевается под залупник этот ебливый, блядь. Так. Кто же я, сука? Кем же я являюсь, блядь? Я снимался в триллере? Нет. Строго. Бля, вот строго после кокоса, пиздец, все. Да, у меня просто все рухнуло, ладно. Сейчас он третий раз убедится. И может быть я кокос, ребят, вы передумали, вы? Нихуя, я его сука, ебаный, вы. Блин, как задать такой вопрос? Блять, кто же я, нахуй? Я был живым до того, как меня привезли в магазин. Ну, я не знаю. Да. Ну, типа... Я кокос! Живые кокосы! Армия кокос-кокоса! Я в магазине продаю замороженное? Да. Все.
Ну, мне, ну, наверное. Все, я кокос, замороженный кокос, так и знал, сука. Я так и знал, что вы не загадаете мне обычный кокос, сука, это было бы слишком просто, блядь. Сука, блядь. Я обитаю в воде, да? Да. Пизде ты, блядь. Так, ладно, я персонаж? Нет. Хотя, слышишь же, блядь? Да. Ну, хотя нет, нет, нет. Чтобы, чтобы... Это я просто специально, чтобы он запутал, блядь, знаешь, чтобы он, блядь, не в нужном направлении отправился. Короче, я больше человека, я 100 килограмм вешу, у меня нет колес, я на улице, меня нельзя купить в магазине. Да, верно, Диман. Меня можно построить. Естественно. Да. Естественно, Диман. Угу. Я кокос, блядь! Я лавка для кокосов. Блин, можно... Окей, я строюсь из дерева? Нет. Нет. Следующий. Я вымышленный персонаж? Да. Да. Молодцу, он, блин, неплохо уже в нужном русле направилась. Я... У меня есть кожа. Именно вот кожа. Вот человечка ты имеешь, вот такая, как у нас? Не, вот я, ну, типа... Я ж не что-то деревянное. Да. Не шути, бустер. Ну нет, ну, ты бревно, блин, ну слушай, тут, блядь. Ну, сейчас, сейчас. Корабль. Ну, в твоем случае правильно спрашивать, у тебя есть корабль, блядь? Сейчас чисто бобры залетают, пиздят Диану и все, нахуй, ник. Окей, ладно. Я персонаж... Так вопрос был, придуманный. В смысле? Так не, ну типа, я просто перефразировала. Я поняла, что вопрос хуйня, и сказала, да я другое придумаю. Хорошая тактика, блядь, никто... когда мы уже дали ответ. Никто только мне ответил же, ну. Ну ладно, по факту, да. Ща. Меня придумали до 20 века. Да. Да. Так, я... сука. Кто я, сука? Впервые я... была... Кокосом! Кокосовая эволюция, блядь! Окей, сейчас. Музыку из X-Files. Бля, кто ж меня придумал вообще? Меня придумал человек, который... Человек-кокос! Который живой. Ну, естественно. Живой человек, который меня придумал, он живой? Слушай, мне кажется, что любого персонажа придумал живой человек, блядь. Не, он... Нет, мне кажется, нет. Блядь, нет. Мне кажется, нет. Сейчас живет он? Ну да, живет он. Не. Сука. Меня придумали зомби. Мистер Кринж, блядь. Меня придумали зомби. Старый, бля, валенок, ебу, блядь. Так, я задаю, да? Да, ты. На мне есть одежда. Блядь. Зло, сейчас хуй просто семейники проколол, блядь, как игла, блядь. Вроде есть, бля, футболка, там штаны какие. Ой, бля. Есть одежда на персонажа? Да. Ну, по-разному, блядь, слушай, он иногда с голым хуем, бля, бегает, и вообще в ахуе, бля. Не, ну есть, да. На мне есть какие-то символы, татуировки, там что-нибудь такое? Да. Ну, знаки. Да. Я родилась на земле, то есть моя стихия песка. Я родилась на земле, то есть моя стихия огонь, блядь. Ну, если я мифологический, из мифологии, я персонаж, который управляет стихией, если я родилась на земле, логично, что я буду управлять песком. Блин, ну... Почему не песком, блядь? То есть ты землю, торф не можешь поднять? Чисто, ну, слышь, землей. Чисто где-нибудь, знаешь, в Подмосковье оказалось, блядь, здесь песка нет, сука. Чем мне управлять, блядь, я бессилен, нахуй. Ну, стихия земли. Блядь. Ну нет, в том-то и дело, что ты попалась нахуй. Ты попала в просак, блядь. Окей, что делать на земле? Ну, на земле родилась. Ну что, на земле мы имеем в виду планету. Да. А-а-а. Поняла.
Блядь, да. Диман, ну ты, сука, убил своим зомби, блядь. Чего? Не, я божетки, я, блядь, я за это Димана люблю. Он как пизданет, что, значит, такая тишина потом. Ты ж слушаешь тишину, и потом такой ржач, нахуй. Это самый балдеж вообще, блядь. Все, Буся, ты сейчас? А, наверное, да-да-да. Так, ребят, слушайте, я не снимался ни в триллере, блядь, ни в фантастическом кино, блядь. У меня не было несколько частей. А, смотрите. А... Ты чё, рыжом был, давишь, ебать? Я не могу, блядь. Я в комедии снимался? Да. Я думал, ты ржёшь из-за этого, типа, комедия, блядь, балдёж. Нет, из-за Димаса, мне придумали зомби, блядь. Это вообще пиздец. Ты какую хуйню сказал, блядь. Мой фильм связан с животными? Нет, нет. Суки, блядь. Готово? Давай. Как опять, у меня цена догадка. Я все обмозговал с моей коллеги. Это кокос, блядь. Я не креветка. Блядь. Да, ты не креветка. Да. Бля, как он это выдает? Я не креветка! И не кокос, блядь! Слова на букву К, блядь. Кто я, корица, блядь? Ебаный сыр, блядь. Ты, блядь, что за. Я не креветка. Фу, бля, я не могу нахуй. Я креветка. Да. Пикантик, давай. Так, алло, а? У меня да. Нет, у него ответ да был. А, все, да. Ща. Как бы так это. О, ты виноград хаваешь? Балдеж, бля, 100 лет не ел виноград. Приятного аппетита, блин. Прошу прощения. Спасибо. Алло. Просто отложил в сторону. Дверь не открывается. Да, сейчас. Знаешь, что задать? Я думал, я опять креветка почему-то. Сейчас, 2 секунды. Ой, боже. Я... Если замороженный, да? Бля, у меня уже... Я в воде. Слезы щипят глаза, блядь. Что это? Я это, как его? А, блин. Какая вот эта хрень, которая чернила еще испускает? Я что? Забыл, как она называется. Кальмар? Да, я кальмар? Я не кальмар? Нет. Да, ты не кальмар. Да, ты не кальмар. Понятно. И... Я не... Хотя можно звонить. Каракатисекс-то, да. Кто там еще продается? Ну, не, если я просто задам... Я не рыба, но это... Там ведь могут быть всякие разные, да, рыбы? Поэтому это не подойдет. Правильно, Кихантик? Я хуй знает, на самом деле. Я просто... Ну, на это я не знаю. Да, а мы скажем. Хрена ты старый, конечно, даешь. Я не буду такой задавать. А у тебя же все равно последний вопрос, не? Ну да, ну, я не рыба, да? Ну, я рыба. Нет. Все. Это, по-моему, не рыба. По-моему, не рыба. А что с бустером? Слав, что с тобой? Он дверь открыл, и все, как не свой пришел. Ну что, Диман? Да, не рыба ты. Так, я одушевленная? Блин, ну, это, наверное, нет, скорее. Ну, скорее нет, чем да. Это очень странно. Это вопрос. Сейчас тебе скажу. А что только этот Ликс говорит? Сейчас тебе скажу. Я просто думаю. Нет, слушай, да, ты одушевленный. Одушевленный? Да. Блядь, ну это вообще пиздец. Хорошо, я не человек? Нет. Да, не ты не человек. Бля, ну нахуй даже это спросил. Одушевленный, хорошо. А, я не персонаж, значит, если я не персонаж, значит, я, естественно, не какое-то не существо даже. Хотя, блядь, как это возможно? Викантик попал в ловушку. Это... Да.
одушевленное, при этом то, что ты хуй додумался, что это одушевленное, не персонаж, что это может быть? Это значит, блядь, может быть... А растения у нас тоже считаются одушевленными? Да, растения одушевленные. Слышь, совали не было! Ну, ниже не было. Даже чё, кикантик, блин. Ну, типа, не, ну, не парься. Не слушай, растения, вопрос души, это вообще такая, ну, достаточно тема. Да, тебе не поможет. Да. Нет, я имею в виду, тебе я одушевленный в плане, типа, ты... ну, я живой вообще, нет, блядь. Нет, нет, нет. Давай. Слушай, ну, ты, ну, как бы, блядь, ну, да, давай нет, да, чтобы тебя не сбивать, блядь, ты все равно валенок еще тот. Да, вы, походу, слово пиздец, да, загадали? Ну, конечно, нет, ты хуй думал, блядь, только будешь этим, блядь, персонажей из Марвел отгадывать, блядь. А ты себя, блядь, сильным, блядь, игроком почувствовал, нахуй. Я не из дерева, а меня можно сломать? Меня можно сломать? Бля, тебя сломать вообще, ну или как нехуй нахуй, блядь, хрупкий, блядь. Спичка, блядь. Я связан с электроникой. Да. Бля, ну это пиздец. Я работаю от розетки? Нет. Нет. Ну, по факту, да, нет. Секунду. Давай, без проблем, братан. Только секундочку, Ронис. Хельга Фрузенбраун, блядь. Это у тебя фамилия такая, да? Да, да. Розенбраун. Да, да. Пиздец красиво, да? Да, да. Это княжеская какая-то прям такая. Да, 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 вообще балдежная. А у Диана, у тебя какая фамилия? Райс, нет? Да, Райс, блядь, плов нахуй. Давай, говори честно, блядь. Ой, кот, ебай, балдежный, блядь. Бля, нихуя у нее торчит, блядь, этот хвост, нахуй. Вообще, а что за порода? А кто задает-то? Кто? Слоухи. Mm-hmm. Реально? Да. Ну, да, дай посмотри. У него шеи нет. Вот. К смысле нет шеи, реально? У шеи, да не шеи, у шеи нет. Ага. Я думал, у них так, такая особенность. А кто сейчас задает вопрос? Ну, цвет я красивый. А кто задает? А кто только что? Диана, Диана. Какой милый, блин. А, простите, я летаю? Я умею... Да. Я умею... Да, 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 да. Я заскринил, то, что я такого возьму, блядь. Хочу кота, блядь. Я... У меня есть суперспособности? Ну, можно так сказать. Так, да. Да, можно так сказать. Спокойно вообще, совершенно верно. Я... Смотри, как кот балдеет. Я... Какой-то... Сука ты как. Бляха-муха. Не трогай муху. Я сейчас смотрю на пиканчика, у него пальцы такие кривые. Я думаю, у него реально такие, смотри. Закорючки. Он постоянно себе массирует простату. Я вымышленное животное, которое летает, и у него есть суперспособность. Смотри, вариантов у тебя немного осталось, блядь. У тебя хотя бы не как у меня, блядь. А может, я просто не знаю этого существа? Знаешь, 100% знаешь. Если ты не знаешь, это очень странно. Ну, я супергерой? Нет. Блэд. Ладно. Так. Мой персонаж снимался в фильме из одной части. Ну да, наверное. Да или наверное? В фильме из одной части. Скорее всего, да, помнишь, да, что да, в одной части. Это одна часть. Да. А, стоп. Бля. Ну, мне кажется, что по одной будет проще тебя, если одна. Ну да, да, лучше так. Я не летаю. Нет. Да. Ну да, ты не летаешь. Я могу обитать под водой? Да. Да. Я поняла, кто это. Она все вопросы задала? Да. Да. Понял. Давай, бустер, ты. Ребят, ну я вас сейчас удивлю вообще сразу на звук. Я кокос, блядь. Блядь, пиздец, блядь. Я хуй вообще знаю, что это. Сейчас, две секунды. У меня вообще есть какой-то стиль, который я придерживаюсь в фильме? Да. Именно в плане одежды, вы поняли, да? Да. Да-да-да. Давайте сразу, я задал вопрос, типа, популярный актер, нет, Джим Керри, это популярный актер же, правильно? Да, да. Все, про что я понимал. Так, значит, надо отталкиваться от персонажа. Этот фильм.
Он не связан с машинами, да? Да, не связан с машинами. Да, не связан. Этот фильм не связан с Рождеством. Да, да, не связан. Все, спасибо, ребят. Пошли вы нахуй теперь. Строго. Я теперь, да? Последний мой раунд, 100%. Готовы? Давай. Я не краб. Да, ты не краб. Я и не раб. Почему опять на букву К, блядь? Он прикалывается. Он все на краб. Я не краб, да? Да, ты не краб. Я не рак? Нет. Да. По-моему, тебе уже они рассветили, что нет. Или ты уже, блядь... Рак и краб это одно и то раз. Да, да. Так ты нахуй спросил, если ты уже не краб, нахуй. Ты уже на следующем ходу спрашивай. Так нет, он правильный вопрос. Я на «да». Вы говорите, тогда, да, извини, да. Вот и все, так что не сидите. Все, все, извини. И... Как не сидеть? Уйти, что ли? Быстрее уходи нахуй. Ладно, давай, пока, брат. Я... Слава! Кто-то... Я вообще не знаю. А, я надеюсь, крабовые палочки туда не относятся, да? Ну, типа, это... Это не то... Ну, это не то, что... Ну не, оно просто, они ведь не плавают в озере, крабовые палочки, правильно? Mm-hmm. Но они делаются ведь не из этого, они не из крабов. Их не отлавливают разве? Крабовые палочки? Да. Диман включил, бля, актера. Я... Их не отлавливают? Напиши, что тебе надо. Я давай ты, мне впадло. Что? Да. Я осьминог? Да, ты осьминог. Окей, найс. Ебать, я секс, нахуй. Легко, легко для строго. Легко. Че, он угадал? Че он сказал? Все перечислил, то, что это. Что он сказал? Осьминога сказал, все. Октопуса? Какой октопус? Октопус, блядь. Надо было сложнее тогда, чтобы не угадал. Ой, дядь, куда ему сложнее? Ты реально побойся был. Нет, ну это слово нормально, я согласен. Да, да, хорошо. Я тоже, блядь, я не вещь? Нет. Диван, ты. Я. Так. Не работаю. Я что-то произвожу. Подожди, Хантик, да, ты не вещь. А, да. Блядь. Да, ты не вещь. Что, что, блядь? Охуеть, а что это может быть еще? Ну ты подумай, подумай, блядь. Ты чаще сейчас, блядь, новое слово придется загадывать, смотри. Да, не, да хуй там, дядь, он, блядь, сидит, он еще будет год сидеть здесь, нахуй. Уже, блядь, сезон начнет меняться, блядь. Он уже на наших глазах расти начнет, блядь. Это, блядь, слово спотное, блядь. Вот у меня сейчас такой же ступор, блядь. Вот что мне нужно? Вот у меня стоп, нет... я не понял, это одушевленное было или нет? Ну, не загадай, нахуй. Да, одушевленное. Так, хорошо, одушевленное. Но если это не человек, если это не персонаж, то что это за хуета, блядь? Ну, вот такая вот хуета. У меня нет суперспособности. Хорошо, я больше человека? Нет. Так, я задаю, да? Я что-то произвожу? Как понять? Фекалии, блядь, порциями. Меня используют для того, чтобы что-то производить? Нет. Блядь, я вообще не знаю. Я вымышленное животное, которое летает суперспособностью, и бываю и маленькое, и большое, но в целом я небольшая. Ну, кто-то сказал, что видел большую. Только маленькая. Не-не-не. Нет. Только маленькая я? Что же я, блядь? Средних размеров. Меньше, чем человека. Кто я, нахуй? Меньше человека? Да, ты сказал, ты был вопрос про человека. Я не знаю. Ой, блядь. Какая-то летающая собака. Сейчас. Трогай курсы дирижера. Я сейчас с ума сойду. Сенсорный экран новый. Да просто хуяр, не сы, не бойся ошибиться, да тебя дает следующий круг. Я даже не знаю, какой вопрос, типа, задать вообще. Типа, ну, я и так все знаю, тут только перебирать персонажей. Тебе, почему предмет описать же можно, ты попробовать. Ну, хорошо, нет. Я круглая, бля. Нет. Я как воз, бля! Я так и знал, бля! Так, я одного цвета. Я одного цвета. Мы же тебе сказали, на круглую нет. Разве? Не, я думал, мы поржали, ну ладно. Если вы... Нихуя поржали, скорее нет, блин.
Нет, ты не одного цвета. Какая тебе подсказка будет? Так, Слава, ты. Да без проблем, ребят. Я вам задам вопрос, который вас повергнет в шок. Подожди, Фруктовка, ты не угадал. Я Аквамен? Да. Да, все. Сейчас. Вот бы мне так же, блядь, на рандом просто так пухнуть и все. В моем фильме снимаются... А, нет, стоп. Вообще, фильмы. Я участвовал, не снимался где-то, кроме фильмов, мой персонаж. Сейчас скажу. Ну, то есть я намекаю, грубо говоря, на мультфильмы. Я тебя понял. Сейчас всякие скажу. Там короткометражки и такого плана. Сейчас скажу. Но давай так. Скорее всего, ты себя знаешь по фильму. Ну, я понял. Короче, отталкиваться от фильма, блядь. Да. Ладно. Я... Да, фильм. Я мистер Бим? Нет. Или как там его? Бим. Мистер Бим-Бим. Эху мистер Бин или как там его, блядь. Мистер Бин, да, да, это не мистер Бин. Блядь, ебать. Так, строго к Вихантик, да. Вихантик. Ну, я тоже не сказать, что я в ахуе. Это пиздец какой-то. Ну, ты первый раз нормальное слово задали, братанчик. Добро пожаловать в клуб, нет, нахуй, любителей порыться, бля, в своей башке, блядь. Тут, понимаешь, проблема в том, что... Ну, проблема ты в том, не представляешь, да. Это не человек, и это не вещь, блядь. Что охуеть, это может быть, блядь, что это может быть, блядь? А животное это человек? Так в смысле? А, по факту, кстати. Ну, вот и я тоже, тебе подсказка. Но это еще даже не животное, братан. Чтобы вы здесь до вечера не сидели. Ты просто подумаешь, смотрите, что еда это тоже не предмет. Да. То есть ты, блядь, я тебе говорю... Ты, блядь, и неодушевленная. Ну, просто... Да пошел ты нах. Бля, короче, пиздец, я запутался. Мне кажется, Квикантик не справится. Угу, это сложно. Это на часа два без рофлов. Ну, мы ему подскажем. Дядь, посмотри на него, он только фильмы знает, он всю жизнь смотрел фильмы. Квикантик, смотрел фильм «Человек-молекула»? Нет. Ну, так это вообще не поймешь, бля. Ну, с этого фильма. Там пиздец ржач. Там была такая ситуация одна, короче, когда он ломает стену, бля, и говорит «Человек-молекула». Да, это, кстати, не бабла. Вот. А что потом он сказал, вот это связано с этим? Не, вы рофлите или есть реально такой фильм? Я просто не знаю. Да, нет, если реально есть. Можешь загуглить. Так это оттуда, блядь, или что? Ну, да. Нет, он, я тебе просто намекнул, он после этого, после того, как он сказал, что он типа «Человек-молекула». Он еще кое-что сказал, и вот это твое слово. Чё за хуйня? Какая «Человек-молекула», блядь? Человек кокос, бля. Попробуй по размерам пройтись, Квантик. Ну я меньше. Квантик, бля. Квантик. Квантовая физика, бля. Я меньше человека. Квик-квантик. Хорошо, я... Пизда. Я пизда. Нет, не пизда. Нет. Да я меньше... Во. Я меньше камеры? Да. Да. Это нихуя не дает, на самом деле. Ну, так, ё-моё. Все дела, так бывает. В жизни тоже часто не дают. Так. Я глаз? Блядь, какой глаз? Нет, стоп, это хуйня. Я глаз! Я что-то подумал про... Сейчас. Я глаз. Почему глаз именно? Я не знаю, сейчас, подождите. Бля, ну если человек молекулы, значит... Одно из двух, либо глаз, либо кокос надо выбрать. Ну что-то с молекулой связано. Хуй знает. Бля, ну это пиздец, у меня вообще нет идей. Короче, ладно, я скипаю, бля, Диман, давай. Минусанули Хантика реально, словом одним. Так, короче, меня пугает то, что меня создали люди, но меня нельзя купить, то есть я, ну опять-таки, нахер не нужен. То есть я просто есть и есть. Правильно? Мне нравится логика. Ну смотри, ты можешь экскаватор метро купить? Экскаватор. Да. Как ты можешь купить? Нет, окей, если да, то ты можешь это купить. Стоп, меня могут купить только организации? Ну да, допустим, да. Да. Я понял. Просто ты же тоже не можешь экскаватор купить в метро, но люди-то им пользуются, блядь. Во мне есть что-то из стекла? Да. Да. Ну все, легкое для Димана. Да, Диман уже слышно ощупал. Давай, нужно. Диман, просто, как я. Выстреливай, давай, резко. При меня могут люди находиться? Нет. Если только совсем маленькие, знаешь, такие молекулы, блядь. Чисто фиксики. Я есть в играх? Да.
Да. Фиксики, блядь. Маленькие там сидят. Я птица? Да. Вот это взгляд, когда ты чуть-чуть нащупал, блин, знаешь. Да. Ой, блядь. Кто я нахуй? Моя суперспособность перерождаться. Да. Да. Я Феникс. Да. Да. Это тоже был четвертый вопрос, поэтому не засчитываю. А, блядь, какой ужас. Это так, просто слава. Ужас. Блядь, вы такие уёбки, блядь. Мне-то что здесь теперь вообще делать? Я хуй знает, кто я, блядь. Я гуглю. Смотри. Существа с суперспособностью, которые летают, блядь. Мне такую хуйню баньше там капает, блядь. Братан, такая история. Джек Николсон, это популярный актер? Ну да, да. Да пошел ты нахуй тогда. То есть я мою роль не играл Джек Николсон. Да, не играл. Ублюдок. Я или Джек Николсон? Ты что, Джек Николсон здесь при чем? Ты сука. Как ты сука? Что-то у всех овепки, бля, поплыли нахуй. Да, иначе у меня почему-то начал лагать. Секунду. Алло? Алло. Здорово. Здорово. Блять, кто же я тогда нахуй? Он спасает человечество. Человек! Пау! Да? Не? Так тебе, по-моему, ответили уже нет, нет? Ну, точнее, я спросил, я не Человек-паук? Да нихуя, да, подожди, блядь. Я не Человек-молекула! Да, ты не Человек-молекула. Бля, дядь, тогда вообще вариантов нет. Либо Человек-паук, либо Человек-молекула, блядь, что еще остается на? Я тебе еще подсказку дам на следующую. Бля, дайте мне подсказку. Стой, я спаун! А, нет, спаун злой был. Дайте мне подсказку. Спаун? Я Хеллбой! Да не, бустер, забей. Викантик, подсказка. Может, так не получится какая-то. Как у тебя, да? Я креветка, блядь! Викантик, давай тебе прям жесткую подсказку дам. Давай. За этот день твое слово уже произнесли раз 10. Просто заебался уже играть, походу. Да-да-да. Нет, он уже второе слово отгадывает. Ну да, можно подсказку ему дать. Мне еще так мозги лопнуты, они уже надулись. Ладно, давай еще сужу. Не за сегодняшний день, а за минут 10 последних. Просто типа Квикантик начал. Да. Квикантик начал думать, какие мы слова произносили, и начал в голову. И член, пизда, хуй там. Да, член, бля. Причем почему-то член строго, блядь. Знаешь, что сказал человек молекула, когда выломал стену и сказал: человек молекула. Знаешь, что он даже сказал? Я хочу узнать. Он такой стоял, молчал, а потом такой: человек молекула, блядь. Он просто постоянно так говорил без остановки, блядь. Есть реально такой блядь. Да, посмотри это отрывок. Посмотри мне и скажи, там нет за никаких запрещенных, посмотри на ютубе. Можно посмотреть будет, кстати, да. Да. Так, я... Короче, я витрина. Ты блядина, блядь. Я витрина, нет? Да хуй тебя знать, я... Нет, ты не витрина, братан. Не, Ликс просто... Блин, он так просто не на один вопрос задал. Не, он прикольный вопрос задал, но потом что-то витрина отправился. Нет, он не про то, что он до этого вопрос задавал, который может его в заблуждение вести. А, какой? То, что там люди работают? Нет, не работают. Там, нет, то, что он работает от розетки. А, нет. От электричества ты работаешь, братан. Да. Ну, не от розетки. Не от розетки, но от электричества. Я понял. Давайте мне, ну, а хотел мне дали уж подсказку. Я спасаю людей, но кто же я, если я не Человек-паук, я не Человек-молекула, блин. Человек-атом, блин. Человек... Человек-растение. Не? Все. Давай, Ликс. Быстро, экран. Что-то было плохое? Да, экран. Ну, было, не было еще. А, не, у тебя нормально, подожди, Слав, у тебя, по-моему, у тебя не поместится вроде. Да, у тебя не поместилось, наверное. Блядь, какой ты уебан, чел, ты просто Слава, пиздец. У тебя, Слав, по-моему, не поместится, у тебя обрезано вроде. А как он вообще нашел этот уебок, блядь? Скрой экран и посмотри. Все ок, Слава, да, все ок, но в любом случае это просто, сука, ты такой долбоеб, чел, нахуй. Да. Ебаный, блядь. Блять, я так сильно спрятал этот браузер, нахуй, что я теперь достать его не могу. Он застрял у меня под панелью задач, нахуй. Ты его Слав, там вроде нет банов. В смысле? Есть баны. Эй! Баны. Не, вы про что говорите? Нет, ну я имею в виду, вы обрежьте просто. Скажите мне так, я Остин Пауэрс? Да, тебе заспойлерили. Долбоёбы, я не знал, кто это! Реально? Да! Уебаны, блядь!
А я тебя спрашиваю, он будет знать, откуда конец знает? Я очень на паузе, я думал, ты знаешь, Слав. Это Дима закадывал? Да, ты видел, как он выглядит? Какой же уёбок, блядь, какой же уёбок, господи. А ты видел, как он выглядит вообще? Нет, блядь. Серьезно, блин, странно. Светофор? Да, сука. Блядь, Диман, ты ёбан, ты какой Стивен Пауэрс, блядь? Я думал, ты знаешь, его все знают, он же рофильный чел такой, он там, не знаю, прикольный. Нет, я, допустим, не знаю его тоже. Реально? Да.